Вот что хочу показать, ребята. При переезде больших фирм в Германии зачастую эти фирмы выкидывают мебель. Новую. Ну, богатые и дорогие фирмы. Вот сегодня, смотрите, мы выкидываем вот такие вот шкафчики, да? Столы, кресло, я вам покажу. Видите? Это все мы выбрасываем, я сейчас вам покажу. Фирма переезжает и не хочет перевозить мебель, все мы выкидываем. Честно сказать, очень жалко бывает, но дальше больше видео я вам покажу, что мы сегодня выкидываем. И это делают 80% фирм в Германии при переезде, когда они меняют свою. Допустим, вот такой шкафчик. Закрывается, открывается. Видите? Видите контейнер? Вот посмотрите. Это все хорошая мебель. Это все мы выкидываем. Столы. Все выкидывается. В общем, это все, что вы видите. Красные наклейки. Это все выкидывают. Вот кресло, столы. И это большая фирма. То есть, видите, все, что они красной наклейкой сделали. Вот, вот. Это все выкидывается. Почему я вам это показываю? Просто видите, да, вот как в Германии. Какой уровень жизни, да? Это все можно продать там, да, или. Ну вот то, что зеленые наклейки там пару вещей оставляют. Я не знаю, в других странах, наверное, это продали бы. А здесь это все, вы видели, как мы выкидываем, как мы ломаем. И их здесь, знаете, сколько? 5 или 6 этажей. Вот забитых. Забитых этой мебели, да? Это все мы выкидываем. Офис находится в самом центре Берлина. Можно сказать, Потсдамер Платц. Вот. Видите? Вот Майк тоже здесь стоит. Здесь Алис Мюр, а? Нет. Да, снишь, а? Вот это не Мюр, видите здесь? А Мюр, то, что красной наклейкой. Видите, вот офис. Вот это все. Все мы будем сейчас перевозить и выкидывать. Вот такая тема. Продолжение. Видите уже, сколько шкафов накидали. Контейнера. Кидаем, ломаем мебель. Конечно, можно какой-нибудь ангар взять. В этот ангар привозить помещение, да, и продавать. Но на это все времени нет. Хорошую мебель выбрасываем каждый день. Ключ повернутый. В общем, мы застряли. Сейчас лифт вниз не упадет? Давай, короче, застряли. Пользуясь минутой, запишу еще немного. Видите, ребята? Все это выкидывается. Что я вам показываю? Просто показываю жизнь в Германии, работу в Германии. Как немцы относятся к имуществу. Да, вот это желтое не выкидывается. А вот везде все, что красные наклейки. Видите? Вот эти кресла, это все выкидывается. Вот. В общем, видите, вот эти кресла, вот эти столы, эти шкафы. Вот это где желтое, нет. Где красное, да. Даже вот этот стол выкидывается, видите? Вот этот круглый стол выкидывается. Вот это выкидывается. Вот эти столы, где красное. Вот эти столы, видите? Хорошие столы. Вот этот. И здесь он. В общем, очень много мебели мы выкидываем. Да, it's good. В общем, очень большая фирма. Очень большая фирма. Не думайте, что я здесь гуляю. Типа люди работают, просто там у ребят перекур. Минута. Я вам решил показать масштаб того, что выкидывают. Все, вот это красными, вот это все выкидывают. Дальше, наверное, идти не буду, потому что уже достаточно показал. Фирма очень большая. И очень много мебели выкидывают. Конечно, очень жаль эту мебель. Ну что делать? Ком. Он Ком.
В общем, обед у нас. Вот это здание мы перевозим. Вот эту фирму мы перевозим. Сейчас пойду посмотрю, штраф получу за парковку или нет. Парковок нету здесь вообще. Видите, какое большое здание. Вот здесь мы работаем. Один день из своей жизни на работе. Покажу вам. Вот так вот. Этот район, друзья, называется Потсдамер Плац. Потсдам. Видите, какой красивый район. Я как-то снимал, показывал вам уже его. В общем, еще, чтобы попасть на эту фирму, нужно иметь несколько вот таких электронных ключей, да? Типа карт. Одна открывает один лифт, вторая открывает второй лифт. То есть там целая система безопасности. Я не знаю, что за фирма такая. Одна на один этаж, вторая на второй. Целая суета, короче. Сейчас вам покажу, как мы туда заходим. Видите, какое здание большое. Заходим в лифт. Везде надо чипы ставить. Нажимаем третий. Ребята, проявите активность. Хочу посмотреть активность на страничке. Лайки, комментарии, просмотры. Максимально сколько можно на эту публикацию сделать. Вот. Здесь тоже, видите, система безопасности. Везде надо ставить чипы, видите? Везде. Чипы надо ставить. И вот этот ключ не от нее. Сейчас надо звонить, чтобы... В общем, мой ключ сюда не подошел. И жду, пока мне откроют дверь снутри. Видите, какая система безопасности. Вот. Спасибо. Я вот ту вещь. Вот, Саня, вон он. Вот. Знаете, что? Вот такая здесь система безопасности. Все удобства у нас, видите, фирма предоставила. Какой кофе вы хотите, ребята? Повторим. В общем, у нас обеденная пауза, поэтому я по чуть-чуть вам снял, да? А так во время работы я не снимаю. Вот по чуть-чуть. В общем, показал вам еще один день жизни моей работы. О том, как выбрасывается мебель. Вон в том конце! Выбрасывается мебель, как приезжают фирмы. Столько мебели, видите, вот все листовые, все это выкидывается. Видите, здесь две кухни нам. Хотите здесь кофе, хотите там. Все удобства предоставлены нам. Мы работаем. Все. Всем мира и добра. Проявите активность, посмотрим на эту публикацию, сколько будет.